И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр. И я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Теперь уже не на фьордах. Это новый сезон, 8-й сезон. И... скажем так, последние несколько серий я снимал в один день. Последние несколько серий прошлого сезона. Думаю, сделаю себе маленький перерыв на пару дней и... как запишу подряд, чтобы был какая-то подушка из видео, чтобы не это временная застройка, постройка и так далее было. Но я заболел. Да, возможно, по голосу слышно, может, не слышно. Если не слышно, то это вообще замечательно. Но я даже сам, когда говорю, я слышу, что голос он очень изменился. Зараза горла. Но видосы должны выходить, поэтому вроде как горло сделал так, чтобы оно не першило, а значит, можно спокойно снимать. Главное, не перенапрягаться. Я посмотрел, какие были перед фьордами. Как я уже говорил, то есть мы изначально шли от первой карты, то есть первая, вторая... потом третья, четвертая, пятая, шестая. То есть шли по очередке от начала до конца игры. А сейчас от последних обновлений будем идти к новым. То есть от новых к старым. То есть фьорды были самая последняя карта. Мы ее прошли. Потом идет Lost Island. Это в 21-м году выпущено было, в конце 21-го, ну как бы неважно, 21-й же год. Потом Волгуэра, Кристалка выходила в 20-м году, Волгуэра в 19-м, Рагнарёк в 17-м, Рагнарёк, и Центр в 16-м году. Вот, и собственно вы уже поняли, в каком будем мы направлении, так сказать, развиваться. Закончу я той картой, с которой я в целом начал играть. В центр. И как вариант я даже построюсь в том месте, где я начал играть. Ой, это будет еще не скоро, забейте. Давайте покажу, что по модам. Если я не забуду, я изменю ссылку на новую, то есть на именно вот те моды, которые я использую. То есть, если я не забуду, то я изменю ссылку. То есть, нажимаю на ссылку, и там высвечивается весь список. Это во-первых. Во-вторых, ставите паузу, читаете что, где, как. Стараюсь помедленнее прокрутить. Но, в общем, вы все видите мои настройки. Самая важная настройка для локальной игры... вот это вот. Изменение различных внутриигровых параметров для ускорения, упрощения игрового процесса. Рекомендуется для одного или для одного игрока или небольшой группы. Вот именно из-за этого у меня больше добывается, больше урон и так далее. Но здесь некоторые настройки, как вы видите, тоже немножко есть. Вот, допустим, урон 1-2х. То есть, если у тебя на сервере урон 500, а у меня 2000, это может быть как и то, что на сервере урон уменьшенный, так и то, что у меня он увеличенный. То есть, поэтому у тебя в 4 раза меньше. То есть, это во-первых. Ну и во-вторых, вот это. Я точно не знаю, как она работает, но я знаю, что она не кисло так облегчает жизни. Дальше, вторая вкладка, тоже здесь можете посмотреть. И, кстати, вот в плане выращивания это точно, эта вкладка помогает. Да, здесь вот время выполнения желаний, детеныш, привязка и так далее, это тоже у меня настроено, но еще и плюс та галочка также дополнительно добавляет все это дело. Характеристики, один за уровень, только урон и... здоровье и выносливость увеличил. Может быть и вес, не факт. О, так вот откуда эта песенка. Хе-хе, прикольно. В общем, понятное дело, начало
первого начала сезона всегда идет стандартно. Я рассказываю, что, как, да где, показываю настройки, и мы идем на карту. Ну что, прогрузилась карта. Вот он мой персонаж, который кочует уже на 8-й сезон. И, соответственно, я его выгружаю. Вообще, кстати, насчет музыки. Я хочу весь сезон, по крайней мере, я вот... есть такой... Ну, а что, загрузить выжившего. Сейчас сначала загрузимся, и потом уже я расскажу по музыке. Ну, здесь как бы все лаконично. Давай посмотрим. Так, Тумашская бухта. Ой, лучше я не буду пытаться читать название. Так, давай смотреть где-нибудь. Да бог с ним. Давай вот первый. Какая нафиг разница? Так вот, по музыке. Nefex с двумя Ф. Это канал на Ютубе, посмотрел там 6 с лишним миллионов, у него это музыкант, и у него, получается, есть бесплатные музыки. Ну, бесплатные, именно они в ютубской фанатике. И я все альтернатив и рок-исполнения я скачал, поэтому они у меня будут на фоне. Поэтому, если какая-то музыка вам понравилась... Ну, это долго будет грузиться, короче. Так вот, если вам какая-то музыка понравилась, вы можете зайти в фанатеку Ютуба, творческая студия и фанатеку Ютуба. Там ввести в поисковике Nefex и там посмотреть. Не спрашивайте меня, какая музыка играет на фоне. Вот, если что, бывают случаи. Вот. Так. Что могу сказать? Опять слишком ярко, черт побери. Гамма. Так, вот, гамма-нейтралка, отлично. Чуть потемнее стало. Ого. 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 Я вижу какой-то маяк. Интересно. Интересно. Я вижу маяк, это, конечно, хорошо. Но мне для начала точно нужно... Ну, руинки. Вообще... Нет, не руинки, это просто большие валуны, мать их за ногу. Я подумал, что это руины. Первое, что я точно хочу сказать, нужно притомить... Я забыл, как его называют. Ну, вот такая... Ну, в общем, рюкзачок, крылышки птичка. То есть маленькую птичку, которая у тебя сидит на спине, и ты можешь... летать. То есть, да, там стамина, все дела, но, в общем, в первую очередь нужно томить именно его. Это, черт побери, будет очень сильное подспорье в плане и строительства, и выживания, и так далее. Это и крылья, это и так полет, так костюма и так далее. То есть, в первую очередь я буду томить ее. Не в этой же серии. Блин, прикольно. Прикольно. Вот. Я вообще бегу к маяку. Или что там за постройка была. Вот. О, Терезинка. Здорово. Вообще мне сейчас в первую очередь нужно найти ресурсы на трубу. Черт побери, я уже привык к этой трубе. И я вообще не представляю, как играть на серверах без этой трубы, без обозначения свой-чужой, где диносы есть, нету. Я прям вообще уже просто этого не представляю. Хорошо, погнали. Туда. Воу-воу-воу-воу, как все прогружается, классно. Так, чувствую, я никуда из них заберусь. А в целом здесь по визуальному виду построек, знаешь, такая как больше смахивает на Океанию. То есть, если в Волгоре это был Скандинавия, викинги, ну, то есть, это мифология древняя и так далее, то здесь больше на Океанию. Океанию я имею в виду... Бляха-муха, куда я пытаюсь забраться?
Постройки типа Малайзия, ну вот, и в том районе. Не, походу дела, я так легко не заберусь. Жопошная жопа. О, не надо. Не надо падать. Короче, такая себе, походу дела, идея туда пытаться забраться вот так нахрапом. Ну, Дилка, естественно. Дилка! Да, 17 урона немного. Хотя у меня урон-то немножечко прокачан. Да? Какой там прокачанный? Господи, прости, забыл. Чё там у меня скинов так много? Надо это все выкидывать. Так, ладно. Кирка. Вот что мне точно нужно в первую очередь создать. Кирка. Соответственно... Так, иди нафиг. Соответственно, добываем кремень. Если надо вообще с чего добыть кремень. Так, отлично, кремень. Далее делаем топор. Пику не вижу. Ой, ужас-то какой. Вот это, блин, я... А... Ну, могу. Могу, что поделаешь. Так, давай пока сделаем все вот так. И будем уже немножечко добывать ресурсы. Ну, кстати, а чё? Мне кожа нужна. Забыл, что они ломаются. Так, мне нужна кожа, поэтому топор в деле. Да, наверное, сделать болос не такая уж и фиговая идея. Так, уже лучше. Мне однозначно надо под руку их поставить. Угу. Да, я, конечно, еще без понятия, даже не представляю, где искать этих летунчиков. И одно точно могу сказать, место под постройку я буду искать тогда, когда уже у меня будет хоть какой-то летунчик. Хоть какой-то летунчик, это значит, мне нужно либо птерчик, вот, либо птерчик, либо летунчик. В целом, как я обычно не хочу увеличивать свой автопарк. Автопарком я называю именно вот летунов. Потому что они нужны мне в основном только для, для полетов. Вот, но... Так, так, так. Вулканчик. По летунам, как вариант, да, все-таки нужно будет и птерчиков томить, если так уж на то пошло. Так что, как вариант, все-таки будем их томить. Также мне нужно будет хитин. Мне хитин нужно будет, как и для мелкого. Судя по урону, где-то еще одна делка есть. Да. А вот здесь другой делки нету. Ну, уже нормально. Такой же. Прям неплохо. Здесь также будем томить новых Дина. Смотреть их. Именно... какие не конечно то есть то что я бы на горы забирался только тут было бы 0, да? Угу. То есть мне то есть ой барантач то есть разница в этом не сильно было то и многом. Так что мне нужно сделать? Мне вообще в идеале ступку сделать. Ну, слушай, с прокачанным уроном легче все-таки выживать, я так скажу. Не зря все-таки немножечко под конец качал урон.
Так, птерчик. Надо томить птера обязательно. Тут как бы вообще без вариантов. Для того, чтобы томить птера, мне нужны... Кстати, не обязательно же стрелы. Так. Оставим себе вот это. Костюм паразавра. Тоже не надо. Вот Мьёльнир оставлю, Тенегрива оставлю. Вот, давай сразу же одевайся. Малой. Назовем так. О чем я задумался? Здорово, малой. Дубина. Я же могу оглушить и с помощью дубины. Проблема немножечко будет именно в хитине. Мне нужно сделать будет седло на птерчика. А для этого мне нужен хитин. Хитин. Или кератин. А где я видел черепаху? А, вон где черепаха. Так, уже интересно. Значит, мы делаем... Что не хватает? Волокна не хватает. Отлично. Сейчас немножечко добудем волокна. Какой левел? 95-й. Вообще огонь. Почему? Это средний левел. Средний в каком плане? Характеристики плюс-минус огонь. И оглушаться будет огонь. То есть средний. Прям вообще самое оно для старта. Так оно надо. Так, это сюда. Это мы делаем так. Куда черепаха задреснула? Так, погоди. Вовремя додумался. Вовремя додумался, что нужно оглушить его. Пускай пока валяется, голодает. Надеюсь, на него никто не нападет. И уже потом... Как говорится... Ты что там, в воде что ли плаваешь? Ах ты скотина. В воде он плавает, а? Так, хорошо. Делаем лук. В воде плавает. Ты посмотри-ка на него, а. В воде плавает. Ну, вообще обнаглели. Так. Лук. Перелет, что ли? Отлично! Отлично! Эх. Недолет. Отлично. Мы пока можем немножечко поднадамажить. Ух. Так. Супер. Верни немного стрел моих. Хоть какие-то. Хитин. Здесь разницы же никакой сильной-то и нету. Кератинчика 27. Уже хоть что-то, но все еще мало. Плюс заодно набыли мясо. Ты-то, кстати, какого левела? 50-й. Растопчет меня как нифиг нафиг. Ясно. Так, птерчик все еще дрыхнет. Это хорошо. Надо кого-то поискать еще, кто даст мне хитин-кератин.
А я никого не вижу. Да. Не, ну, Птера там ли на первом, в первой серии, это, конечно, это прям вообще, это, даже как будто бы не я играю. Пиздюки мелкие. Малой мог бы и подамажить по ним. Ну так, ради приличия. Хм, слушай. А чё там может быть в дропе? Тем более в белом. Там же в легкую может быть какие-нибудь ресурсы. Да. Здесь примерно то, что мне нужно было до того, как я это скрафтил. Вот это выкидываем. Рогатинку пока оставим. Да, главное не забыть, не та кнопка, где у меня валяется мой птерчик. Отлично. 100%, отлично, я даже по нему не жахнул, когда он уже стал ложиться. Прям вообще супер. Если по нему никто не ударит, то будет вообще просто огонь огневище. Эх, давай залази. Эх, ты жрабас, а чё толку-то я залазю, я даже дальше-то не пролезу. Как вариант. А может пролезу. Здесь эти текстуры непонятные. На какие-то ты можешь запрыгнуть, а с каких-то ты падаешь как говно. Да. Отлично. Маяк. Маяк, это прикольно. Почему? Ну, во-первых, это постройка. А во-вторых, а вдруг здесь что-нибудь, какой-нибудь ящичек лежит, который можно будет залутать. Нельзя, да? А это жопа, конечно. Шлобы. Ага, понятно. Ёб твою ж за ногу. Это пещера, что ли? Че-то я пока туда вообще не хочу спускаться. Но золото здесь точно ничего нельзя. А пролагивало так, как будто бы это реально пещера. Ну, прогрузка вот такая пещерная. Пещерная прогрузка. Ха. Да. Какой высокий маяк. А вот то, что вот это вот залутать нельзя, это, конечно, вот прям обида обидная. Козлы. Могли бы сделать так, чтобы можно было их подлутать. Для таких бомжей, как я. Пришелся, подлутался, топорик какой-нибудь выпал. Ну как тут? На Рагнароке. О, прикольно, что в темноте будет светиться. Так. Ну, можем точно смотреть отсюда. Чуть не грохнулся. Так. Ну, естественно, я заспавнился, я вообще заспавнился там, заспавнился, ну, в общем, с краю. В жопе мира, можно и так сказать. Но я специально так и спавнился. Я, получается, спавнился там, вот так вот обошел этот маленький полуостров, и поэтому я здесь. Так, его еще никто не задамажил, вообще огонь. Ну, отлично. Одна только проблема, мне нужен кератин. Эту проблему никто, кроме меня, не решит. Кстати, а вы никогда не задумывались? Вот стоит, допустим, факел. Вот он всегда горит. Наверху стоит на маяке факел. Он тоже всегда горит. А кто их поджигает?
Кто обновляет, в данном случае, солому, к примеру, чтобы горело постоянно? Не задумывались? Вот то-то же. И никто не задумывается, они постоянно горят. Ну, я про такие вот это текстуры, ну, точнее, структуры, которые как вот этот маяк. Я вот просто сейчас задумался, и ужасающие мысли приходят в голову. А вдруг, пока я не вижу, здесь кто-то бегает помимо меня. Смешно. Но, блин, условности игровые, это, конечно, еще то веселье. Спускаюсь к фиолетовому лучу. Раптор, отлично. Раптор, надеюсь. Естественно, на чё я надеюсь? Один раптор. Ёб твою ж за ногу, мелкий, ты меня чё пугаешь-то? Точнее, малой. Малой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и северным с птером как бы тоже это стоит учитывать. Так, паразавр от кого-то убегает. И вы тоже от кого-то убегаете. От кого? Понятно, от кого. От того, кто сожрал моего птера. Бывает. Очень даже сильно бывает. Ну, чё как бы поделаешь? Другого варианта-то и не было. То есть ты либо бегаешь, ходишь, точнее, охраняешь, либо это... И тратишь на это время, либо бегаешь и смотришь все вокруг. Осматриваешь, так сказать, карту. Так. Причем только что завалил, можно так сказать. Хе-хе-хе. Бывает. Они просто где-то здесь тусуют? И я ненавижу рапторов за то, что они бегут быстро и выруливают такие, хоп, а я уже здесь. Ну, вот примерно так выруливают и начинают бить. Вот примерно. Чё-то мне не нравится его красный дымочек. Ёп, твою ж за ногу. Ну, я, конечно, счастливчик. Вы поняли, да? Какой я счастливчик. Это альфа-раптор. Прикинь? Из всех рапторов мне нужно было попасться именно альфа-раптор. Оу-вэй. Это, конечно, да. Конечно, мне повезло, что здесь вода, и в воде он от меня отстал. Но твою мать! Каков был шанс, что из всех, что могло здесь заспавниться, мне заспавнится именно альфа-раптор? Они что, собаки быстрые? Мамонта. Ну да, мамонта, конечно, мне седло сейчас очень пригодится. Так, хаваем ягодки. Потому что вариантов немного. А, ну, кстати, у меня же... Я могу уже создать вот эту фигню, по идее, да? Могу? Могу. Но только один. Он просто еду восполняет полностью. Очень удобная штука. Ну, что могу сказать? Пока что этот мир очень не любит меня. Это факт. Альфа-раптор
То есть попытался притомить Птера, Птер сдох. Попытался залутать луч, пришел Альфа-Раптор. Попытался найти в постройке какую-нибудь фигню, типа какого-нибудь лута. Естественно, ничего там не нашел, потому что там ничего и быть не может. О, здорово! Хитин, мать вашу! А с другой стороны, бегал-бегал и нашел хитин. Точнее, хитин нашел меня. Это тоже хорошо. Сейчас главное не сдохнуть от этой мелочи. Кстати, хорошо, что я забалосил этого. Прям очень хорошо. 40 хитина и 27, да, 27 кератина. Мало. Катастрофически мало. Но это уже хоть что-то. Это меня приближает все ближе и ближе к седлу на Птера. Это уже хорошо. Еще побегать по этим лесочкам, а вось еще каких-нибудь тараканов найду. Муравьев они же. Такие вот дела. Ладно, народ. На этом уже, пожалуй, серию будем заканчивать. На этом, так сказать, голожопную серию будем заканчивать. Чтобы длинной серии тоже не было. И устал говорить. Горло стало говорить. Ну, а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем добра, всем счастливо, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока, все, затроил.